Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о прокачке кулинарии, ведь покушать на самом деле любят все, а прокачка кулинарии с сегодняшнего дня, а именно 3 часа назад, была чуточку порезана. Итак, вчера на стриме я качнул кулинарию до на самом деле не особо высокого навыка, 81. Дальше мне было качать лень, я решил поделать локалочки и начать качать Рыцаря Смерти, второго персонажа для рейдов, миф-плюсов и каких-либо прочих утех. Прокачал до 81 навыка и сейчас подошел к торговцу, решил прокачать до конца, до хотя бы там, не знаю, соточки, может быть даже 150 на самых обычных базовых крафтах, которые даются в самом начале. Это 4 десерта. Реагенты на этот десерт покупаются у торговца Хенрик Вайзер. Мы подходим к нему, смотрим его товары, покупаем муку, мед, ягоды, либо пудру, если мы хотим сделать другую еду, либо майорский кофе с пенкой. Также мы должны были покупать ароматный рыбий жир, но с недавнего времени более он не продается у торговца. Теперь же его нужно добывать вручную, то есть мы ловим рыбу, вскрываем ее. Кстати, можно вскрыть. И получаем рыбий жир, который можно купить, продать на аукционе. Так что, если вы решите качать кулинарию в текущий момент, то вам придется сделать это действие. Увы, увы. Но те люди, которые вчера находились на моей Twitch-трансляции, ссылочку на которую я оставлю в описании, как всегда, сумели вместе со мной прокачать тоже до относительно приличного уровня. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, по-разному. Дальнейшие крафты уже чуточку посильнее и требуют конкретно какого-либо мяса, которое, кстати, накопилось во время прокачки. Ну а мед также покупается у торговца. На самом деле прокачка профессий очень интересна в Battle for Azeroth, к примеру. Получение различных звездочек на добывающих профессиях. Очень интересно, что нужно собрать траву без получения урона. Ну, это на самом деле дело рандомное, но есть в этом некий интерес. Ну а, к примеру, профессия алхимия для получения третьих звездочек у каких-либо боевых зелий, у настоев требует почтения с различными фракциями. То есть репутации имеют смысл, ну и там, к тому же для некоторых достижений и доступом подземелий требуется почтение. На самом деле грустная новость касательно кулинарии, но я думаю, это мы переживем. Закупить этот рыбий жир на ауке не составит каких-либо проблем. А рыболовы будут, я думаю, радоваться этому, притом очень сильно. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. Качайте репутации, делайте контент, делайте так, чтобы все было классно, потому что покушать любят все, и пиры смогут скрафтить только те, у кого будет этот рыбий жир, потому что требуется обычная, скажем так, белая еда для крафта. Всех вам благ, до скорого, берегите ноги.